мне приятно сказать свое мнение о Украине, о Португалии, Испании. Дело в том, что мы страны дружнее страны. Я как человек спортивный очень надеюсь, что мы с португальцами будем в отборочном матче Европы, будем хорошо играть. Там семит не так уж крепкий, это уважение, любовь, спайка нету, я не видела, в общем, вот так. У нас это очень-очень крепко. Не знаю, это, откуда идет, может быть, древние люди, древние. Да, у нас есть очень древняя история, культура у нас очень древняя. Насчет Украины, мне очень жаль, что там идет война, наверное, гражданская война. Хочу, чтобы это все очень скоро закончилось, и люди жили очень хорошо. Из всех стран, из всех наций у нас мы отличаемся тем, что мы очень гостеприимные. Я нигде не видела такое гостеприимство, чем в Армении. Об Испании можно многое сказать. Народ очень гостеприимный. Мы вообще-то всегда говорим, что мы с испанцами хорошо дружим, как один народ. Вот так. Может быть, испанцы с армянами с древних времен были братьями. Мы так думаем. Что познакомился с вами. Наверное, это первый раз, что у меня друзья есть уже в Испании, в Португалии и на Украине. Спасибо вам. O que é que eu posso dizer sobre a Arménia? Tudo coisas boas. Eu estava curioso em conhecer este país, pelas pessoas que já conhecia, e de facto ao chegar aqui estou maravilhado e encantado. As pessoas são muito hospitaleiras, recebem-nos muito bem e é um encanto, nós nos sentimos em casa, verdadeiramente. Obrigado, Armenia. Armenia, país de gente amable, un paisaje natural impresionante y sobre todo calidez humana. Gracias por todo, Armenia. Приїхавши до Вірменії, я побачив, що тут живуть дуже добрі люди. Здивувало мене те, що люди тут або дуже багаті, або дуже бідні, але це не заважає їм бути дуже теплими і Я відчував себе як вдома. Join the tribes of men.